уважаемые подписчики канала. 150 лет вас не видел. И вы меня, походу, тоже. Вот выехали мы с Дмитрием Ивановичем, с сыночком моим, на вечерочку. Танкерис. Вот пытаемся поймать щуку. Что, сына, не клюет? Хорошее место. Дмитрий Иванович, пару слов. Добрый вечер. Здравствуйте, друзья, подписчики. Так случились обстоятельства, так получилось, что давно мы не выходили в эфир. Григорий у нас волею судьбы сменил место работы, пришлось ему уехать в город-герой Темиртау чугун производить. Поэтому у нас много нереализованных видео. Это и закрытие зимнего сезона, и открытие летнего. И Балхаш. Очень много интересных роликов отснято. Но, к сожалению, не увидели они жизнь. Да, моя вина. Моя вина, господа. Сегодня у нас так просто. Уезд вечерком. Душевно. Чтоб не скучно было. Поговорить, попробовать, посмотреть, что к чему. Вот. Вдруг что получится. Ну, но... получится, не получится. Сам факт, что мы вышли на связь, да. Я от себя обещаю, что обзоры я постараюсь делать с постоянной периодичностью, хотя бы раз в две недели, потому что материала тоже много. Спасибо вам за то, что вы все-таки его скидываете, несмотря ни на что. Да, вчера был на карьере Рахат. Как вот сюда с детьми теперь ездить? Как вообще после такого можно какие-то места в жизни? Свиньи, блядь. Ну ты видел, да? Да. Короче. Что творится на Рахате? Это ужас. Куда я вот буду своего ребенка возить? Одного, второго. И вы тоже. И вы тоже, кстати. Я не знаю, как так можно, ну приехали, кайфанули, там, по***ли, не знаю, что вы там делали, вы ехали туда, или рыбачить. Уберите за собой, соберите в мешки, вывезите хотя бы от озера, вывезите где-нибудь, сожгите, вы же даже не удосужились сжечь. Еще потом меня просите, где точку, скинь, где локацию. Никогда в жизни больше.